упреки Алексея Жавнова после матча в раздевалке, они были справедливы? Ну да, то, что играли вроде хорошо, но не все 60 минут и выходим из трудных ситуаций. Но и сегодня молодцы, что смогли победить. Ну а как-то можно действительно без нервов сделать? Ну, хочется, но не всегда это получается. Но самое главное, что 2 очка забрали. И как игра, сами знаете, это хоккей идет в 2 стороны. Так что сегодня в нашу сторону пошло в конце. Можешь вспомнить какой-то ключевой момент, который позволил Спартаку все-таки сегодня, ну, в свою пользу там переломить игру? Ну, наверное, 2-й гол. Хохла, он нас вернул игру 3-1 результата в 3-м периоде. Вернул, дал шанс 3-2, сделал сразу как-то эмоции, и дворец закипел. Так что, и, ну, конечно, сработали и выиграли. Автомобилист, мы уже 3-й матч играем. Вообще, можно ли сказать, что мы уже привыкли к этой команде и понимаем, что они будут делать на льду? Ну, хоккей такая игра, что каждый раз все по-другому играется, и привыкнуть, ну, так сказать, невозможно, но 3-й раз играем уже как-то, знаем так, рисунок их игры, и большинство как бы легче играется, как плей-офф, каждый день играешь с одной и той же командой. Каспарс, я не хочу сглазить, но ты очки практически в каждой игре сейчас набираешь. Можно ли сказать, что ты сейчас чувствуешь себя так, как ты хотел бы это, чтобы было? Ну да, очки, конечно, здорово, что получается, но как бы самое главное, что игра идет. Всем звеном хорошо играли, и было еще много моментов, и команда хорошо играет. Так что надо, пока на волне, надо использовать это.